Итак, сегодня мы проверяем такой вот фрукт. Он называется жака, по крайней мере в Бразилии. У нас будет славянский и бразильский. У нас будет проба жака в Индии. Сейчас мы находимся в Индии, на Гоа. Купили вот такой вот фрукт. Габриэль говорит, что он очень маленький. В принципе, таких жака не бывает и не может быть в природе. Поэтому будем его открывать аккуратно. Если он вдруг совсем не спелый, то мы откроем маленькую-маленькую часть. Вот, и подождем потом еще недельку или месяцочек. Он очень твердый. Вы можете видеть, то есть, в принципе, он не мягкий. В Бразилии говорят, что если он не мягкий, то он не спелый. Но в Индии могут быть свои правила. Поэтому мы будем открывать осторожно, но все-таки попробуем. Так, мы купили его уже пару дней назад, и все же пора бы начать пробовать наш жака. Вот такой вот фрукт. Здоровенный, не знаю, килограммчик тут, наверное, есть. Вот, но в Бразилии они бывают вот такие вот, и килограмм по 10. Я даже когда-то спал в палатке в Бразилии, вот под таким деревом, на котором висят, не знаю, 10-12 килограммовые, 15 даже, может быть, жака. Вот, и было достаточно опасно, что вам сказать. Давайте начнем пробовать, начнем резать. Isso é cola. Não bota, você vai grudar seu nariz. Que? Isso é cola, deixa, isso é muito ruim de sair. Клей? Que? Gabriel говорит, что это клей. Como cola? Agora corta no meio. Corta. Mas é necessário, tipo assim? Claro, como a gente vai comer. Não, eu falei que isso é... Isso é normal. Normal? Não é assim que se corta a jaca. Vai acender? Vamos tentar. Вот этот клей уже клеится, он действительно клей. Tem que cortar do outro jeito, senão você não vai conseguir comer. Eu vou cortar assim. Não! Que? Não! Qual jeito? Falei, fazer. Já que você come aqui. Na verdade, você cortar aqui, gente. Olha, falei, essa parte já tá muito cheia de... essa coisa dentro. Olha aqui o caroço dela, olha. Como tá estranho. Tipo grande. Não faz isso. Pode ser ruim pra saúde. Não faz, já falei pra você. Não pode comer essa cola aqui. Итак, мы уже видим, что они съедобные, но попробуем разрезать все-таки его. Ладно уж, чему быть, того не миновать. Он весь в клею каком-то. Это будет эпик фейл наш. По всей видимости. Итак, вот такой вот фейл у нас получился. В общем, как Габриэль предупреждал, такой маленький фрукт не может быть спелым. Жака, они должны быть реально вот такие вот, как минимум. И получается, жака, ну мы можем рассказать. Жака, вот эта вот штука не естся. Вообще, вот центр ее не естся. Едятся вот только вот, вот эта вот часть естся только. И получается, у него должны быть большие семечки. Вот, и вся часть, которая рядом с семечками, она естся. Центр ее не естся, и вот эта штука тоже не естся. Соответственно, наша вот эта вот штука, она не съедобная. Вот. В общем, естся вот эта вот часть, но ее есть, естественно, нельзя. Посмотрите, какая она очень зеленая. В общем, жака не удался.
однозначно не удался. В общем, не помню, сколько мы, 20 или 30 рупий выкинули на ветер. Сняли сюда для вас видео. Вот, собственно, и все. Это есть нельзя. Вот. И плюс еще хочу предупредить, вот это белое, это все клей. Мой-то. Вот, собственно, такой вот. В общем, он содержит клей, вот, и мои руки тоже уже залипли. Собственно, наш вывод. Не покупайте вот такие вот маленькие жака, которые, наверное, с килограммчик весят. Вот такой он внутри. Эту часть не есть. Вот эта часть ест в жака. Вот, собственно, и все. И мы его выкинем в мусор. Огромное количество клея. Вот у нас все уже руки залипли. То есть вы испортите себе стол, настроение и все прочее. И выкинете, не знаю, 20 до 50 рупий в мусор. Так что жака маленький, мы в Индии покупать не советуем. Либо, если вам продавцы будут его пытаться втулить, вы им спросите. А он вкусный вообще, его разрежьте, пожалуйста, мы попробуем, как бы, вкусный он или нет. Если он будет вкусный, конечно же, покупайте, вот. Но, собственно, как я уже сказал, мы его выкинем в мусор. Даже маленькой части его невозможно использовать. Может быть, если подождать там недельку или месяцок, он бы, может, дозрел. Вот, но сейчас его вариантов нету просто употреблять в еду. Вот, и в принципе, на том рынке, где мы покупали, не было других вариантов. То есть они все были примерно такие, эти плоды. Так что думайте сами, решайте сами, вот. Но мы вам в Индии, по крайней мере, вот такого размера жака не советуем. Так что все, буквально через несколько минут мы будем варить кукурузу индийскую. Будем пробовать, так что подписывайтесь на наш канал, следите за нашими видео. И пока-пока!